проблема стигмы, да, что такое стигма? Это клеймо, это ярлык, да, если дословно переводить, который, в общем-то, навешивается на человека с диагнозом ВИЧ-инфекции. Ну вот в обществе считается, что человек, инфицированный ВИЧ, он либо потребитель наркотиков инъекционных, да, он либо гомосексуалист, либо он, ну так скажем, оказывает какие-то сексуальные услуги, да, за плату, если говорить проще, говорить по-русски, да, да, либо наркоман, либо проститутка, да, вот таким вот образом. Это, к сожалению, сегодня не так. Сегодня мы знаем, что, в принципе, достаточно благополучные люди, достаточно благополучные семьи имеют возможность с этим сталкиваться.